Сегодня я покажу, как сделать валентинки, как украсить подарки и даже украшения для сервировки стола. Буду использовать массу папье-маше, ссылка в описании, силиконовые и пластмассовые формы. В силиконовую формочку утрамбовываю массу папье-маше, укладываю слой за слоем и хорошенько прижимаю. Эти силиконовые формочки я купила на AliExpress, буквально за гроши. Для прочности тонкую петельку укрепляю ниткой. Пластмассовую форму для вареников промазываю маслом. Все заготовки я поместила в морозильную камеру примерно на 2-3 часа. Когда полностью высохли, я приступаю к декору. Грунтую белой акриловой краской. Эту заготовку буду декорировать в технике декупаж. Вырываю понравившийся мне элемент, убираю слои, оставив только верхний красочный. Приклеиваю клеем ПВА, разведенным водой, от центра к периферии. Разглаживаю, растягиваю салфетку, выгоняю из-под нее пузырьки воздуха. Скрываю края мотива при помощи подрисовки. На обратной стороне можно написать что-нибудь, например, имя и дату. Покрываю акриловым лаком, добавив в него немного глиттера. Из второй заготовки я сделала маленькую коробочку. В нее можно положить сережки или даже колечко. Поверх грунтовки покрыла акриловым лаком.
Окрашиваю акриловыми красками методом заливки с большим количеством воды. Можно добавить набрызг при помощи мокрой зубной щетки. Теперь собираю шкатулочку. Заготовку я покрыла акриловым лаком, добавив в него глиттер, блестки. Тесьму необходимо наклеить только на одну створку. Такими ярлычками можно украсить любой подарок, и даже самая простая вещь будет выглядеть намного привлекательнее. Тут есть немного места для поздравления или имени. Эта заготовка сохла немного дольше. Вырывая мотив, надо учитывать и толщину заготовки. Такую заготовку можно сделать потоньше и использовать как ярлычок для украшения подарков. У нас принято на различные торжества дарить гостям маленькие символические подарки. Однажды на свадьбу подруги я сделала 300 таких сердечек. А с оборотной стороны были имена жениха и невесты с датой. Эти сердечки были частью сервировки стола. Напишите, есть ли у вас такая же традиция дарить гостям маленькие подарки. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!